или даже где-то сзади на более маленькой выставке могли быть первыми. Я могу только сказать, что те, кто снимает своих собак, когда их вызывают в первичной расстановке, просто глупо себя ведут, потому что дальше собака может пройти дальше вперед и вперед. Andere Punkt ist die Größe. Wir wollen jetzt mal in Deutschland so ein bisschen wenigstens darauf achten. Второй вопрос – это рост собаки. Сейчас в Германии мы чуть-чуть меньше обращаем на это внимание. А высоких собак мы только чуть-чуть двигаем назад. И собака, которая сейчас 64-65 сантиметров, она только чуть-чуть пройдет назад, не так, как было бы раньше. Сам я очень люблю высоких собак, и у меня у самого большие собаки. Dann muss ich damit zufrieden sein, wenn ein deutlich großer Hund von mir dann dadurch einen schlechteren Platz hat. Dann kann ich mich zwar in dem Moment ärgern, aber wenn ich zu Hause bin, weiß ich, ja gut. Im Grunde genommen hat er recht, das sind ja unsere Regeln. Я сам очень сержусь, когда я дома. Я должен обязательно учесть, как судья, высокий рост и подвинуть эту собаку назад. В первую очередь собака должна быть для разведения, а не для выставки. Я сейчас совсем не говорю о собаках, у которых рост 62 сантиметра. Сейчас я говорю о собаках 63-64 сантиметра. На них раньше больше обращали внимание. По качеству это очень хороший класс. У нас 18 собак. Все, естественно, получат отлично. Мы должны были учесть многие формальности для собак, которые получат отборный класс. Отборный класс должен быть отборным классом. И совсем неправильно, когда половина класса получают отборника. Как делают сейчас в некоторых странах. Начинаем сначала. 155. Тоже очень большая. Конечно, у нее рост не 60 сантиметров. Но она не экстремально высокая. Типичная. 2,5 года. Очень гармоничное строение. Броский пигмент хороший. Хорошая голова. Высокая холка. Хорошая линия спины. Хорошее положение крупа. Корректные углы. Очень хорошая грудь для своего возраста. Корректный фронт. И несмотря на то, что она очень наполненная, она очень легко движется. Проверка ТСБ тоже была в порядке. Защита была в порядке.
И для меня анализ удовлетворяет все то, что я бы хотел видеть в собаке-производительнице. Я поздравляю, она победительница. И, конечно, она получает отборный класс. Ура! Пожалуйста, сделайте круг почета. Hop, 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 hop!